Всем доброго времени суток, друзья. Сегодня у меня замена масла в редукторе двигателей. Это Yamaha 30-ка и 9,9 Marlin. Под пятнашку раздушен. Yamaha у меня стоит вот на лодке OP3. Это лодка 1987 года. Старая лодка. Сделана он на Новосибирске. Вот. Я уже в Yamaha поменял в редукторе масло. Ну, я вкратце покажу, где и как сливать, как менять и какое масло лучше всего добавлять. Вот я сейчас отвинтил один винт. Там два винта. Один сверху, а другой снизу. Вот, практически слил. Сейчас покажу, в каком состоянии масло в этом двигателе было, в редукторе и в этом. Ну, собственно, вот надо открутить вот этот болт под минусовую отвертку, и снизу тоже минусовая отвертка. Открутила, в принципе, с большим усилием отвертки. Отвертку я брал, отдельно покупал такую вот силовую, чтобы открутить. Вот такое качество масла. Ну, я давно не менял. Вот она прям черная. Ну, эмульсии водяной здесь не было. Здесь тоже одна пробка, я ее еле открутил, она под крестовую отвертку, здесь под крестовую сверху. Ничего сложного, но пришлось потрудиться, спецключом открутить. Сильно было закручено. И вот такое масло. Вот. Ну, водяной эмульсии нету, не вижу. Вот столько масла. Ну, здесь граммов 150, наверное, заливается. А здесь вот столько масла, ну, граммов 200, наверное. Ну, больше. Сюда вообще я залил больше намного. Сколько? Где-то граммов 400. Ну, собственно, вот такое вот масло. 750 миллилитров в таком тюбике. Заказывал я на Валбересе. Через 3 дня пришло. Стоит он в районе там 1300-1400 рублей. Вот. Сюда я уже залил. И с ним идет еще такая пипетка для заливки, что очень упрощает, и быстро можно заправить сам редуктор. Можно, конечно, и таким способом, ртом, чтобы быстрее масло вытекло. Ну, воздуха у меня просто нету, приходится так. Так, ну, в принципе, все готово. Надо только надеть колпачок. Заливку в редукторе рекомендуют вообще снизу заливать, с нижней точки, чтобы заполнялось в редукторе вот до верхний сливной. Надо чуть-чуть приоткрутить его, чтобы отсюда весь воздух выдавило. Будет характерный звук воздуха. Как только масло пойдет, можно закручивать верхний. Ну, я уже это сделал. В принципе, снизу залил, уже масло потекло, я уже вытер. Ну, такого тюбика хватит на 2 сезона. Осталось где-то, наверное, грамм 130, наверное, где-то так осталось. Еще можно для Марлина добавить на следующий сезон. Вот. Ну, для Yamaha уже не хватит. Так что такого тюбика для Yamaha хватит на 2 сезона. Даже, может быть, на 3 сезона. Чтобы, если каждый год менять в редукторе масло. Еще хотел дополнить такую проблемку на Yamaha. У меня в том году случилось. Надо его, короче, делать. Сейчас покажу, что за проблемка. Вот ручной стартер. У нас на воде порвалась веревка. Мы ее поставили, установили, все сделали. Короче, запустили двигатель. Вот, пока ехали, там какие-то посторонние шумы были. И вот эти посторонние шумы расхерачило все вот эти вот зацепные пластмасски. Короче, все срезало. Абсолютно все. Все. И загнуло вот этот вот тюльпан. Все нафиг почти отломалось. Все позагибалось.
Вот, ну мы доехали до места. Его можно запустить с помощью ручной веревки, да, допустим, здесь наматываешь, вот здесь узелок делаешь, сюда наматываешь, и можно его запустить. Но в этом году я, скорее всего, буду менять вот это все, снимать и ставить электростартер. Как это все я буду делать, как это все будет выглядеть, я все буду снимать. Буду проводить проводку, буду все подсоединять, реле, выпрямитель, в общем, выводить кнопку туда на запуск двигателя. В общем, буду ставить, вот он здесь с этой стороны ставится стартер, электростартер. Меняется, как он называется, зубчатый маховик. Это все снимается, ставится зубчатый маховик. Сюда устанавливается стартер. Вот, и все проводами выводится, подключается. Ну, вообще двигатель очень надежный, Yamaha. Он уже у меня сколько, 15 лет. Ну, батя сначала ездил на нем, потом мне его отдал вместе с лодкой. Очень надежный. Но вот в этом году, вернее в том году, так получилось, что вот эту всю фигню срезало. Масло в редуктор залил. А вообще сегодня я планирую съездить на вечернюю рыбалку на карася. Сегодня поедем с товарищем. Оставайтесь на канале, а мы погнали на карася. Ну, мы, в принципе, на месте. Лодку уже почти накачали. Я поставил палатку. Хочу одну штуку показать вам. Приобрел на Валберсе. Вот такая вот удобная. Ну, как контейнер, лоток для лодки. Вот этот лодочное специальное крепление. Очень удобная штука. Я одну поставил уже. Вот, то есть складывать всякие там снасти. Червей поставить там, пузырь поставить там. Вот, ну, очень удобно, потому что меня товарищ давал такую погонять. Мне понравилось. Кстати, всем советую, вот сейчас легко одевается. Ну, как сидушка одевается. И все. Вот, у него, у товарища получается просто больше баллона, она как-то вот, как-то вот так вот получается. А мне прям самый раз, самый идеально подходит, прям как надо. Вот, осталось накачать пол, поставить весла, лавочки и движок. Мы поедем на карася. Друзья, еще приобрел пол, лодку. Это очень офигенная тема, незаменимая. Чтобы лодку, пол не проколоть, я всегда боялся. Всегда боялся, что я ее проколю. Даже тем же самым окунем, допустим, если окуня ловишь, можно проколоть его. Вот. Но вот эта штука будет спасать. Тема хорошая. Всем советую. Кстати, единственный, я заметил сразу минус, то что пол лучше ложить, когда пол еще не накачанный. И здесь должен быть, допустим, какой-то клапан, отстегиваешься. Когда спущенный пол, его легче ложить. А вот сейчас у меня нету здесь отверстия. Мне пол, когда накачаю, мне тяжелее будет его вставлять там свои пазы. Не знаю, может быть, у других по-разному, не так, но здесь так. Я уже второй раз ставлю, и вот, получается, шланг мешает. И надо будет сейчас накачивать, только потом в пол вставлять. У нас уже солнце почти село. Вот здесь вот мелко. Приходится веслом немножко отталкиваться. Вот так, вода чистая тут, прозрачная. О, уже глубина. Сейчас запущу двигатель.
в путь. Жилеты. Сразу запустился. Поехали мы за карасем. Ага, приехали. Вот тут все пересыпали. Тут, короче, буду строить мост. Вернее, вон там строят мост. Здесь все засыпали песком. Думали, здесь проедем. Нифига, придется все заново снимать двигатель. Все перетаскивать на ту сторону. Тут, я не знаю, метров, наверное, 100. Вот, и ехать уже до места рыбалки. Вот в этом водоеме мы пробовали, карася нету. Вот это все сейчас будем вдвоем перетаскивать, чтобы уехать на нормальную рыбалку. О. А, держи. Так. Сейчас надо будет лодку развернуть жопой. И движок надо будет снять. Так, вот это надо стараться, чтобы песок не попало. Вот эти вот штуки. Вот пакет положу. Где приклонка? Да, туда надо бы в пакет его. Вот осталось перетаскать. Вот это все. Насыпали столько песка, теперь хрен проедешь, приходится таскать это все. Есть карасик. О, хороший. Вот такой ладошечный. Где он тут? О. Друзья, у нас сейчас пол второго ночи. Немножко половили карася. Все, конечно, я заснять не смог, но несколько кадров, конечно, я засниму за утро. Мы сегодня до утра. Ну, сколько там? 4, наверное. Где-то около 4 карасиков поймал. Да, 4 карасика есть. Небольших. Ловлю на ночной поплывок. На светящийся поплывок. Кстати, прикольная тема. Сейчас покажу. Нацепил вот такой вот поплывок. Светящийся. Если честно, непонятно. Он красным, зеленым светится. То есть, когда трясешь, он красным. Когда не трясешь, он зеленый. Но немножко волна, буквально вот волна немножко начинает поплывок трясти. И все, он начинает красным. Вообще непонятный поплывок. Это поплывок с Алиэкспресса заказывал очень давным-давно. Он 7-граммовый. Вот. Ну, в общем, рабочий, но вот эту саму структуру, само понятие этого поплавка я не пойму. Так. Ну, приходится забрасывать как спиннинг. Все.
забросил. Ждем поклевки. О, целых два. Нифига себе. Одна плотва, один карась. О. Ну нормально, что? Сколько там наловил уже? О, видишь, ведет у тебя. Идет потихонечку. О, есть. О, два, это карасик. Два. Нет. Два, по-моему, нет? Один. Блин, ну такой нормальный. Начинает у меня тоже клевать. О, потащил. Потихоньку. Вправо, влево. О, вправо пошел. Влево пошел. Вправо пошел. Есть. Вот он. О, хороший. Вот он. Прям такой вообще. В две ладошки. Друзья, рыбалка у нас закончилась, половили немножко карасиков. Сейчас отправляемся на стан, надо поспать. Всю ночь просидели, сейчас 7 утра, солнце уже встало, уже начало припекать. Вот, а так вообще все по кайфу. Вот наш улов, вот такой вот улов карасиков. На жареху мы себе взяли, нормально так, есть хорошие экземплярчики,
есть мелкие экземплярчики. Вот как-то немного. Есть там, ну, килограммов, наверное, 5. Где-то так, может, чуть побольше. Ну все, друзья, на этом рыбалка закончилась. Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки. С вами был Андрей. Всем счастливо, до следующих рыбалок. Ну, напарник у меня Рустам уже. Все, расположился, ништяк, да? Будет тепло. Сегодня погода позволяет. Все.